В Саратове появилась независимая система оценки качества соцуслуг. Об этом на пресс-конференции заявила министр занятости и труда региона Наталья Соколова. Общественный совет, состоящий из 25 человек, проводит так называемые контрольные закупки в учреждениях социальной сферы. В прошлом году проверки прошли в 180 организациях различных сфер деятельности в Саратове, Энгельсе, Балаково и Балашове. Едва ли не в половине учреждений не соблюдают федеральные требования. Хуже остальных оценили организации сферы культуры. А самые высокие оценки получили учреждения здравоохранения и социального обслуживания. По словам министра, новая схема проверки в прошлом году была проведена в пилотном режиме. 2014 год, этот год был пробный, это всего лишь начало пути. Мы, конечно же, будем совершенствоваться и по итогам пройденного сделаем выводы для более качественной организации работы по проведению этой независимой оценки. И на 2015 год у нас стоит следующая задача. Мы проверяли учреждения областного подчинения. И сейчас крайне важно, чтобы подобная же работа проводилась во всех наших территориях, муниципальных образованиях.